Соня как больше? Вот это вот собаки вот. Так, подожди. Поводок Хлеба 24, который ранен. Один точно ранен, второй не знаю, чё кто. Да, сейчас будем смотреть. Лохматая душа, сейчас заберем, лапа у него сломана, однозначно. Так, и кроме того, у него еще здесь ранка на лапке с этой. Да, я думаю, он у него. Да, и здесь тоже. Не бойся, ребенок, ты тоже мой хороший. Так, меня больше волнует лапка. Лапка висит, значит, она... Да, зайка. Пойдем. Ну, а что вы предлагаете? Здравствуйте. Вы предлагаете? Вы же нам прислали. Да. Пойдем, ребенок. Вы только так, а это целое, да? Этот он целый, как-нибудь отчет, чтобы... Это кобель. Хорошо. Они оба мальчики. Стой, ребенок, подожди. Ты надо его зовут Джек. Сделать. Он привыкает к кличке Джек. Мальчик мой. Джек. Я пукшу. Джек, пойдем со мной. Пойдем, мой зайчик. Подгони машину на хрен. Пойдем. Может, с вами пойдем? Джек, пойдем со мной. Пойдем. Его подрали или его сбила машина? Вот того, скорее всего, подрали. Бася. Петлю, делай шлейку сразу, Валь. Сиди, Ларгус. Валь, сделай шлейку. Что-то как раз с ним страдается. Этот сидит уже в машине. Сиди, малыш, сиди. Сейчас, мой хороший, сейчас второго заберем. Брата. Сиди, не бойся. Все, не бойся, все хорошо, не бойся. Не бойся, все хорошо. Сейчас брата посадим. Сейчас. Аргус, сиди, помощник. Кати, мой сладкий. Такой красивый пес, дела. Аргус. Сиди, малыш, сиди. Все, сейчас. Сейчас сиди. Вот там этот колобай, блин, дерет всех. Давай, братик. Давай, братику. Залезай. Мой хороший. Спасибо вам большое. Собаки тут. А то их уже пристрелить тут грозили. Залезь поглубже, пристегни. Подальше пристегни, к тому. Я не достану, достану. Там. Залезь нужно. Лиль. Можешь приподнять? Лиль, цепляй здесь, чтобы они не соприкоснулись с ним, слышишь? Лиль, нет. Я не закрою багажник потом, Валь. Я закрою багажник, слушаешь, Лиль. Давай, ты там залезь туда, а я... Все. Ларгус мирный. Отходи. Все. Все, да. И двух братиков забрали. Да. Мы подумали, ребята, и решили, что второго тоже заберем, потому что нельзя оставлять его возле трассы. Жалко. Ребенок молодой, приблизительно год. Короче, везем двух мальчишек. Да? Ну, а что делать? Бог в помощь нам. Подожди. На, вот, отпусти вот этот. Вот этот бери. Стой. Это что у нас? Отпусти, бери. Это вообще надо убрать. Пойдем. Закрывай.
Ну что, малыш? Шаман. Ребята, очень спокойный, ведет себя хорошо. Ждем в очереди минут 20, и только потом сможем сделать снимок, чтобы уже потом выяснить, что с ним, есть перелом или нет. Как мне сказали, там был алабай, и он покусал несколько собак. Возможно, шаман стал его жертвой. Мы его подобрали на дороге сейчас. И надо понять, есть перелом или нет. Он не выступает на лапу. Так, тебе придется бежать здесь. Ваша фамилия, скажи. Давайте бедро, потому что он весь не по. Давайте, может быть, сделаем таз. Все, ребята, малыша обследовали. Слава богу, у него нет переломов, но покусов много, ранок на теле много. Сейчас будем оббривать и обрабатывать. Но, слава богу, переломов нет. То, что он не становится на лапу, возможно, глубокий прокус и задето сухожилие. Ну, я думаю, поправится ребенок. Друзья, этих двух мальчиков мы вчера спасли на дороге, у трассы. Один ребенок очень сильно искусан и весь израненный. Второй просто подросток, и мы захватили его вместе с собой. Потому что если бы оставили там, он бы погиб. Друзья, я вас очень прошу, нам нужен корм. Мое обращение ко всем. Можно все перетерпеть, но нельзя перетерпеть голод. Друзья, вы же тоже бываете голодными. Представьте себе состояние животного, которое мало того, что сидит в ограниченном пространстве, еще и голодное. Друзья, жизнь животных зависит от вас, только от вас. Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите нам. Помогите просто накормить. Мы же не просим много. Пожалуйста, помогите нам накормить животных. Помогите, люди, прошу вас.